зовут Илья Ящиков, директор департамента молодежной политики ДВФУ. Наше культурно-досуговое пространство «Аякс» — это место, которое мы называем коворкинг. Популярное в мире слово, которое обозначает место, где люди могут совместно работать, что-то делать и хорошо проводить время. Здесь у нас работает кафе, у нас есть несколько залов, конференц-залов, малый и большой. Кроме того, есть выставочная зона, где мы планируем проводить выставки современного искусства. Есть просто обычный функционал «Аякса» — это кафе. У нас каждый день студенты приходят, покупают кофе, самый дешевый кофе в кампусе, вареный. Вот, и могут просто писать дипломы, заниматься какой-то совместной работой. То есть вот именно то мы вкладываем, что называется коворкинг. Сегодня у нас так называемый гранд опенинг, большое открытие. Работать начали мы 4 апреля. Но для того, чтобы всем объявить, что вот есть такое помещение у нас, мы подстроились под визит Дэвида Брауна, солиста группы Бразерс. Вот, привезли его сюда. И сегодня у нас большое открытие, выставка Андрея Глазкова, художника из Санкт-Петербурга, и концерт группы «Бразовиль». Для студентов ДВФУ, как всегда, вход бесплатный, остальным людям мы раздавали пригласительные для тех людей, которых мы хотим тут видеть. Я очень люблю твой ваш университет. Красивый.